компот разлила, принеси тряпочку. Кажется, с ней этот стол долго не выживет. Журнала прямо. Так, видел какую-то защитную пленку у Лерки. Закажу себе. Защитная пленка на стол, мягкое гибкое стекло. О, отлично. Так, рассчитать стоимость. А ничего, что обувь надо обуть. А ботинки? А что это ты принес? Спасение для нашего стола. Е-е-е. А что е? Убирайся со стола. Почему их две? Глянцевая и рифленая. Я просто не мог выбрать, поэтому взял обе. На пленку можно ставить горячую посуду, не боясь разливать напитки. Ронять без последствий. Пленка защитит даже от ножа. Подойдет для комодов, тумб, детских и письменных столов. Защитит от игр домашних питомцев. А защитную пленку для стола я заказывал на декорстола.бай, ссылочку и отметку оставляю. Они красиво сохранят ваш стол. Ну красиво же, смотрите. Аккуратно!